Вот и прибыли рыбаки. Ситуацию между твоим и чужим, потому что ты перестаешь защищать собственные позиции и начинаешь работать как-то по-другому. Когда ситуация уже вроде бы решена, ты не дожимаешь. Мне кажется, что твое обучение MBA связано с тем государством, в котором проходило. Это они учат работать в команде, они учат так поступать с другими. Ты научился этой манере, но ты должен быть в связке с другими бритами. Что так называют? Бритами? Бритиш. Вот. Желаю, чтобы ты нашел порядок, гармонию в этом мире. Чтобы твои дела все удачно начали работать. И твой улов всегда был самый прекрасный, большой и вкусный. Здоровья, успехов, благополучия. Поздравляю тебя с днем рождения.